вот автобус с ребятами. Почему? Саша? Нет. Слышите это, да? Это долбанный сверчок. Да, я думаю, оно такого размера должен быть, потому что валит он очень громко. Вы знаете, Китай — это довольно-таки очень интересная и жаркая страна. И первое, что вам бросается в глаза, это нереально большое количество камер, которые вас окружают. Но мне как бы все равно, я ничего, никаких преступлений не совершал, но это так неприятно, когда государство за тобой следит. А еще здесь очень-очень большие и высокие здания. К этому очень сложно привыкнуть после того, как ты приезжаешь из Украины, и они прям реально огромные. Но я вам скажу точно, мне здесь нравится. Вы просто посмотрите на эти высотки, и вы сразу начинаете понимать, что они были построены не так уж давно, они чистенькие, свеженькие. И если бы я не был в Китае, я мог бы подумать по видео, что я где-то, например, в Чикаго. А еще первым, что бросается в глаза, это велосипеды. Их такое большое количество, и все они сдаются в аренду. Отдельная компания сдает отдельный цвет, ну, можно так сказать, они все электрические, либо обычные. Но тут есть такая, знаете, небольшая хитрость, как делают ребята из стран СНГ или другие ребята. В общем, они находят уже открытые велосипеды, которые никто не закрыл, и они уже не используются, и они про них уже все забыли, и просто берут и катят. Так что будете где-то в Пекине, ищите пустой велосипед, он ваш. Просто не забудьте его припарковать потом куда-то на паркинг. Пару слов вам о китайском маке. В общем, это не тот Макдональдс, к которому вы привыкли, они его еще называют совершенно по-другому, так что если вы заблудитесь и спросите, а где тут Макдональдс, вам никто не поверит и не узнает вообще, что есть такое заведение. Они его называют Майдан Лао, и оно совершенно отличается. В общем, все меню мы называем его мокрое меню, потому что любая курица, она не дожаренная, она полусырая, любое другое блюдо, она очень острая, картошка, она отличается. В общем, этот мак похож не на один другой мак, который вы пробовали в других странах, поэтому будьте осторожны. Я тоже хочу себе такую штуку. Правда, она стоит прилично. Китай — это страна контрастов. Вы можете увидеть очень богатого китайца на Tesla X и рядом очень бедного там на каком-то ржавом ведре. Вот прям это будет обязательно не машина, а какой-то трехколесный скутер или что-то типа такого. Или любой вокзал, и по утрам там вот реально все устелено бомжами. Поэтому кому-то здесь повезло, кому-то нет. Но я в других странах прям такой уж контраст не замечал. Вот в Китае он чувствуется очень сильно. Чтобы вам было понятно, насколько здесь жарко, у меня периодически выключается от жары телефон и не дает возможность снять какое-либо видео. В общем, еще такая штука. Обязательно, когда переходите через дорогу, крутите головой во все стороны, потому что движение тут настолько сильное, что вас просто захерачит. Торговый центр – это единственное место, где после жары можно хорошенько остыть. И, блин, и он такой огромный. Шел только что этаж с телефонами, с камерами, с компьютерами и так далее, и так далее. И забыл вообще, что я снимаю видео, хожу. Центр такой здоровый, что я заблудился, в общем. Как вы поняли, кофе надо попробовать везде. Я даже пробовал в Варшаве. И я сейчас вам скажу, оно лучше или хуже? Ну, должно быть вообще как бы хуже. Но иногда китайцы меня удивляли. Поэтому я надеюсь, что и сейчас они меня удивят.
Я нашел на карте какой-то центральный парк или что-то похожее на него. И вот пытаюсь пойти и посмотреть, что там такого красивого можно найти. Ну, в общем, я пришел сюда, а он весь перекопанный на реконструкции. И вот мне видно только пару ям. Блин, хреново, жара такая, я сюда тащился и в итоге в пустую. Ну, ладно. Будете в Китае, знаете, вам будут постоянно сигналить таксисты, которые хотят вас подвезти, просто рикши. Ну и в основном тут все сигналят друг другу не так, как у нас, типа, эй, какого ты на дороге тут встал или что-то типа такого. У них больше такое, знаете, более мягкое. Типа, осторожно, я еду, будьте внимательны, и все в таком духе. По-другому на этом лифте не поедешь. Только предложил свою карточку, и нажимаешь только четвертый этаж, на котором ты живешь. Другие этажи не сработают. Я тут подумал, может быть, показать комнату, в которой я живу? Точно. Это у нас ванная. Все очень просто. Горячая вода, унитаз, раковина, я, прихожая и типа все, вот так вот, спальня. Ну, мой утюжок на пару. А, прикольная штука вот здесь вот так вот. Тут у нас чай, кофе, чайник. Всегда включается телевизор, с громким звуком приходится выключать. Здесь мы монтируем видео. Здесь мы что-то там не доели. Здесь у нас чемодан. Здесь Ромы чемодан. Здесь вот, вот и все. Картина, подсветка. Ну, очень-очень, смотрите, какие широкие матрасы. Нереально широкие. Вот так вот. Трусы, которые не должны были попасть в кадр. Ой, а куда же они делись? Тут их и не было, типа.